Ребят, хочу вам ответить на один из самых частых вопросов сейчас, который мне задают. Я, к сожалению, не могу всем ответить, и когда я не отвечаю, мне как-то немножечко не по себе, что проигнорировала вас. Один из самых частых вопросов, что будет в марафоне «Деньги – это просто». Для кого он? Как к нему подключиться? Что нужно сделать? Как подготовиться к этому марафону? Ребят, к нему готовиться не нужно, нужно только ваше желание. То есть, что будет в марафоне? Это будут ежедневные вечерние эфиры. Они, конечно же, будут в записи. Если кто-то не сможет посмотреть, то вы можете посмотреть это в любое удобное для вас время. В любое удобное для вас время, в том числе и можно будет его потом приобрести в записи, если кто-то не сможет быть на этом марафоне. Про что он будет, про марафон? Конечно же, там не будет никакой карты желаний, там не будет вот этого всего, что нужно обязательно что-то захотеть. Вот давайте захотим это через красные трусы на люстре, либо еще через что-то. Нет, это не будет. Мы будем говорить о том, то есть я вам расскажу, например, что сердце очень связано с финансами. Как оно связано с финансами? Почему сердце у нас напрямую зависит от почек? Что наши почки делают, как они принимают наш внутренний мир и внешний мир, какую они нам транслируют наше восприятие всего, как отражаются финансы на нашей скупости, на нашей жадности, почему жадность полностью убирается в экстренных ситуациях, когда нам плохо, почему мы вызываем состояние боли каждый день, постоянно. Для чего нам это состояние боли? Почему мы через состояние боли можем поднять какой-то финансовый слой? Как сделать без этого? Что такое финансы? Что такое наше тело? Из чего состоят финансы? Это одно и то же с нашим телом? Это одна молекулярная система? Это одна генетическая цепочка? Или это абсолютно разное, чего мы постоянно добиваемся и не можем до этого дойти? Ну и, конечно же, что нужно будет от вас, желательно, это я буду давать небольшие домашние задания, и вы их можете делать. Но вы их можете делать как на эфирах, так и дома, так и в записях. Это будет для вас. На следующий день я буду рассказывать, что они дают. То есть вы ответили так-то или так-то. Там будет всего несколько вариантов вопросов, и вы поймете, почему у вас есть вот эта вот несостыковка, вот это то, что вы не можете прийти к тому состоянию, чего вы хотите. А действительно ли вы этого хотите? А почему вы хотите так, а живете так? Почему вы себе не позволяете? Почему вы себя наказываете вот этим? И вот эти все моменты, конечно же, мы с вами разберем. Ну и если даже вы обязательно это поймете. И как только вы поймете, почему так с вами происходит, то вы, конечно же, все поменяете. Все поменяете так, чтобы вам было легко и комфортно. Присоединяйтесь. Я вас всех обнимаю. Все ссылочки будут под этим видео. Как присоединиться, когда начало, а начало уже совсем скоро. Я вас жду.